俄罗斯加里宁格勒地区泽列诺格拉茨克小镇近来发生一桩喂猫请命的趣事。原来当地一家杂货店被投诉，指店铺内饲养猫咪可能危及食品卫生，被政府勒令将猫咪带走。不过居民却舍不得这只猫咪离开啊，开始发起联署，要求当局批准这只镇店之猫能够回到店里，继续陪伴社区街坊。Котик симпатичный. Он как бы символ Зеленоградска и символ, наверное, уже магазина. Поэтому подписываю. А мы, честно говоря, нам очень интересно посмотреть на человека, который наябедничал на кота. Вот просто скажите, каким надо быть душнёй. Что мы как бы нарушаем правила Санпина, да, но мы шли на эти риски. Хотя мы его обрабатывали там, всё как, ну, с домашним питомцем, там прививки, противопаразитные эти свойства. Но когда наступило время, мы не можем идти против правил. 杂货店业者指出，这只猫咪名叫谢尔盖，过去三年里都住在杂货店里，它深受居民喜爱，在社交媒体上也有广大粉丝，不少爱猫人慕名而来，专程与谢尔盖拍照打卡。如今这只网红猫咪却因为一则匿名投诉被移居到其他地方，居民联署要求卫生部网开一面，让猫咪可以回到杂货店，目前已经有6000人签署请愿书。泽列诺格拉茨克小镇社区放养了70多只流浪猫，多年来人猫共存，相安无事，因此也被称为俄罗斯猫之都。